Так, будем переделывать из одной розетки на 4. Вот такие. Или грамм. Здесь стоит один подрозетник и два выхода. Сейчас будем бурить 4 дырки. Это жидкие обои. Сначала их надо намочить, и они отойдут. Убираем обои, все заклеиваем и начинаем бурить. Смачиваем обычной водой из пульверизатора. И сразу отключаем автоматы на розетку, чтобы не сработали. Посмотрим, насколько надо. Раздираются они после обработки водой. Все убираем. Обои эти же можно потом размочить и наклеить еще раз. Розетку откручиваем. Таким перфоратором. Здесь сразу идет режим сверления, долбления. Отдельных таких нету. И вот такой коронкой. Купил самую дешевую. Здесь одна коронка старая, она у меня была. Вот она. И набор стоит 560 рублей. Ставится на бур, устанавливается, закручивается и это сюда прикручивается. Все устанавливаем на перфоратор, размечаем отверстие, будем сверлить по одной штуке и розетку буду вынимать, потому что бурить надо близко, чтобы подрозетники состыковывались друг с другом. Снимается просто, откручиваются вот эти два болтика. Сейчас буду отцеплять провода и вынимать подрозетник, чтобы когда бурил, не задел его. И потом состыковать все четыре в одну линию. Так будет. Прежде чем ссуваться сюда розеткой, отверткой, надо проверить, есть ли напряжение. Проверяем тестовой отверткой. Напряжения нет. Можно выковырить ее отсюда, не сломав.
очертил. Сейчас будем ставлю по центру и смещаю сюда, чтобы близко было друг к другу. Вот, пробурил. Скажем так, отверстие. Дальше мы снимаем само сверло, чтобы оно у нас дальше не шло. Сверло нужно просто как отцентровать. И уже бурим без с этого сверла. Бурил пока вот столько. Как бы идет, но тяжеловато идет. Ну тут еще перфоратор сам по себе слабенький. Но кому надо переделать одну розетку, то вот такой набор купить можно, чем покупать дорогое на один сейчас раз. Сейчас пробурил, вот установил. Сейчас между ними вот эти каналы надо пластиковые убрать. Через них будет проходить проводка отсюда, каждую эту. Взял финишную шпаклевку, алебастр не нашел. Сейчас будем замешивать и проматывать под розетники. Много не надо, потому что там может остаться. Так, достаем под розетники. Разбираем. Вот эти промежутки внутри надо убрать. Они вон пальцем вламываются хорошо. Через них пойдут провода. Лучше сразу убрать, чтобы потом не ковыряться. Здесь. В общем, каждый убираем. Мажем сюда алебастром или шпаклевкой. И прислоняем под розетники. Так. Это можно смочить водой. Грунтовку тоже что-то не нашел. Смазываем. Все лишнее выдавит. Получилось мало, щели не лезет. Так, будем как запихивать в пакет и как из кондитерского мешка заделывать туда. Конечно, люди скажут колхоз, но нечего. По-другому не получается. Так, где тут уголок? Закручиваем. И запихиваем. Жидко. Вот. Можно даже туда те же камешки для крепости запихнуть. Хуже не будет.
Так, дальше. Когда подсохло, берем провод. Так, где тут она? Маркировка. Так. Три на два с половиной. Не знаю, не видно, наверное. И отмеряем расстояние. Нам надо, чтобы от этого входа прошло сюда, к этой розетке, от этой розетки прошло в эту розетку и так далее. В изоляции запихивать не буду, потому что может не хватить места. Достану провода и буду уже их засовывать под розетник, потому что сечение большое, они не очень-то гнутся, и места может еще не хватить сзади. Так вот наголяем и замеряем расстояние, чтобы отсюда хватило до сюда. Лучше пусть будет больше, потом отрезать можно будет, чем не будет хватать. Зачистил провода. Так, и просовываем. Можно по одному, можно пучком. Потом делаем сюда и сюда. Также. Так, вот начал соединять. Раз все по порядку, отсюда и отсюда, и в этот провода как бы толстые, да, что-то тяжело загибаются. Подрозетник должен высохнуть, у меня он еще как бы не очень высох, но уже монтирую. Так, все смонтировал, сейчас будем запихивать и крепить, как раз положить провода. Зажимаем пальцем, загибаем вот так вот. Туда вставляем и выгибаем еще раз. Вставляем туда. Ну, вот такой результат. Сначала остается рамка, потом вот эти розетки и прикручиваются. И так каждая. Все. Приклеил жидкие обои, смочил. Все нормально.